Вы смотрите новости. На ряде улиц областного центра, в том числе на перекрестке Жельтухсан и Корхат-Ата, из-за ремонта теплотрассы сильно затруднено движение. Ежедневно часы пик по утрам, в полдень и к вечеру огромные пробки. Жители города волнует вопрос, когда будут завершены ремонтные работы и открыт проезд на всех участках. Подробности выяснила наша съемочная группа. Перекресток Жельтухсан-Корхат-Ата и еще ряд участков закрыты в связи с заменой изношенных отопительных труб. Иначе говоря, идет подготовка к зиме, чтобы кызылординцы не мерзли в холода. В целом, в городе планируют заменить 9,5 километров теплотрассы. На эти цели из республиканского и местного бюджета выделено 6 миллиардов 900 миллионов тенге. На перекрестке улиц Жельтухсан и Корхат-Ата мы заменяем трубы диаметром 426 и 108. Модернизация проводится для того, чтобы обеспечить качественным теплоснабжением жилые дома и социальные объекты. На сегодняшний день завершен демонтаж. Дальше проложим новые трубы, закроем их железобетонными лодками и заасфальтируем улицу. Госэкспертизе на эти работы отведено 5 месяцев, однако поставлена цель завершить их 20 сентября. По словам специалистов, новые трубы и винты большего диаметра и высокого качества и прослужат намного дольше. По проекту внутри 4 задвижки хотим добавить еще 2. До Петколледжа теплотрасса проходит под землей, потом по Тулебаево над землей и далее с переходом под землю. На всей этой территории качество тепла будет хорошее. Раньше здесь были трубы диаметром 273, меняем на 420. Параллельно идет подготовка к зиме котлов ТЭЦ. Газотурбинная установка в данное время находится на ремонте в России и будет установлена на место в начале осени. Задача до завершения строительства новой теплоэлектростанции – эффективно использовать имеющееся оборудование. Идет ремонт паровых котлов и электроустановок ТЭЦ. Капитальный ремонт котлов номер 6 и номер 9 уже завершен. Также завершен капитальный и текущий ремонт котлов Южной теплоцентрали. Сейчас проводится текущий ремонт сетевых насосов. Итак, работы по замене изношенных труб теплотрассы будут завершены к 20 сентября. Ответственные лица просят населения потерпеть месяц временное неудобство, чтобы зимой в домах было тепло. Гамжан Жумназар, Айнур Тунгушпаева, Айбек Каржубай, Тольхан Кожахметов, телеканал Кызылорда.